you shouldn't fly to home. But if you wanna travel, then go alone. Yeah, what's the point in us if I never know? Yeah, if you're gonna leave, I'ma let you go. I'm tired of the pain. Go away. I'm tired of yesterday. Хей-хей-хей, здравствуйте, народ, с вами Джаспер де Шевальер, и сегодня мы с вами будем играть в Torchlight 2. Да, давно меня не было, еще я подключил мой второй канал, создал игру, стал грузчиком, много чего поменялось в моей жизни, переосмысление. Это классно, блин, знаете, переосмысление, это классно. Я надеюсь, что у меня работает нормально микрофон и трансляция не будет лагать. Но учитывая прошлые стримы, я сомневаюсь, что будет лагать. Потому что все уже проверено. Единственное, в чем проблема, это в микрофоне, на который у меня еще нет состояния. Так, кого бы выбрать? Это вообще что такое? Почему всего 4 персонажа? Все они какие-то темноватые. Где белый чувачок? И чтобы был худым, нормально. Так, ладненько. Создадим. Никнейм. Банд. Let's play. Или как лучше назвать? Может быть, не банд, а Анапа. Я же из Анапы. Анана. Анана. Анапа. Анапа Let's Play. Выберем характер. Язычок тут сменить нельзя, жаль. Хотя, может быть, и можно язычок сменить. Надо будет язычок посмотреть в настройках. Какой там язычок. Вот, более-менее похож на меня, конечно, да. Чистый грузчик. Лицом похож. О, вот это вот вообще... Это вот чисто я, да, в конце лета. Точно. Похож прям две капли воды. Так как я буду потеть, нам нужна синенькая повязка, конечно. Волосы должны быть какими-то грязными, грязными от крови. Например, такими, да? Красными. Все, я думаю, супер. Select Pet. Ёпты. Select Pet. Так, ну у грузчика должна быть такая мощная собака, которая сожрает все подачки, которые могут покрыть. Это краб, блин, это уже устарело, мне кажется. Вот Феррет неплохой, да? Да, похоже на мою кошку, которая у меня сейчас. О! Панда! Ну блин, панда бесспорно. Панда — это ассоциация, все. Без панды куда я? Выбрать имя.
Надька. Надиджи. Надиджи. Надз. Надька. Наджи. Надж. Наджка. Наджка. Пускай будет Наджка. Наджка, Наджка. Нам, походу, можно было еще покрасить его. Не будем издеваться над животным. Казуал мод. Попробуем казуал, да-да-да, интернет. Пока что синглплеер, думаю, сойдет. Стоит выебениваться. Ваше здоровье. Deep beneath torchlight, a darkness gathered. Three heroes confronted the beast called Ultra. Ни хера непонятно, но ладно. Так, settings. Дайте настроиться. Язык. Боски. Отлично. А, ну классно. Прошу прощения, продолжаем. Ага, меня уже оппозиционировали как неизвестного скитальца. Уровень первый. Ущелье эхо. Один игрок. Похоже, что игра не требовательная. Но управлять можно только мышкой. СД не рубит. Хорошо, какие еще есть параметры, чтобы игра перезапустилась? Макс, макс. Редкие, прозрачные карты, ладно. Музыка, наверное, музыку лучше выключить. Здесь он будет перезагружаться? О, фух, тихо. Супер. Монитор 1, монитор 2. Все, ладно. А, еще управление посмотреть. Что там за управление? ЛКМ. Движение, движение, движение. Да хер его знает, все, погнали, короче. Все, дальше они ходок до эстерийского анклава, сами доберемся. Я принимаю задание. Кажись, если эта игра мне зайдет, что я фанат Сакры, да и всех цифров. А еще я выбрал пистолеты, что идеально подходит для моего стиля игры. Если бы я был лучником, я, конечно, был бы круче. Интересно, какими способностями питомцы обладают? Клево, левая рука свободна, вообще ничего. Можно делать что-то больше. Однорукий бандит, просто, да? Убираем все, что можно. Зелье маны. Да, это получил уровень, да, спасибо. Прекрасно, я рад. Карта, нужна карта. Хорошо, доверимся интуиции и пойдем куда-нибудь. Куда-нибудь не сюда. Пойдем куда-нибудь туда. Скорее всего, это правильное. Мне не нравится, что вот это вот получение золота и опыта смешивается. Скорее всего, это должно быть просто русская локализация. Если бы это не была русская локализация, то это было бы нормально. Да, видите, 5-4 золота. С другой стороны, прикольно. Вот, если бы можно было как-то, как Сакриди, еще кружком зону активировать, забирать все предметы, было бы, конечно, вообще супер. Это я нажал пробел.
Вы спасли мне жизнь, еще немного, эти крысюки меня бы сожрали. Давай, гони бабло. А, ну, вот так, хорошо. Теперь мы с ним добавим. Это был Ну, так как я... Что, может, бандит мишенника? Ранее. Возьмем лук. Я же хотел быть лучником. Как теперь его выбрать? На Q, наверное. На F. На Z. Что такое Z? Сила. Видимо, можно прокачаться уже, да? Супер. Пожалуй, на этом все. Ты уже благодарил, да, спасибо. 14, да, да. Идеально. Еще, кстати, видел недавно рекламу этого Лиги Легенд. Мне она как-то зашла. Они так клево зачитали там рэпак. Мне понравилось. Я потерял карту, которая у меня прямо перед мышкой была. Далеко не каждый способен миновать это ущелье. Там немало хороших людей погибло. Уж сколько припасов пропало. Да, ущелья не такие, они могут засаться. Да, да, да. Это тоже так. Все со мной согласны. Да. Ущелья, они могут же сужаться. Это же, блин, это же переход на новый уровень. Да, вот видите, сужение идет. Это риск, какой-то там анклав. Командир шла в храм. Да, сюда. Изменение навыков. Не, да хрена мне. Это не надо. Так, а можно ли менять карту? Если все... тут все кнопки, что ли, есть? Меня кнопками можно атаковать. Ну, вы тут сами почитаете, да? Я тоже почитаю. Хорошо, прикольно. Сорок шесть ровно секунду. 45. Здесь все-таки лучше лучше лук. Хотя можно и пистолеты выбрать, да? Пистолеты уровня 7 сразу становятся, а у нас первый уровень. Думаю, будет логично выбрать пистолет. In an attempt to reach the Guardian of Water. What a nefarious purpose they enslaved this specimen. You have received a quest. Вы извините, что не читаю, просто игра динамическая, не хочется все это зачитывать. Буки. Блин, буки всякие, да? Как бы понять миссии или что-то такое. Кстати, блин. Понятно? Хорошо. Надо бежать. Еще одно ущелье. Нападают. Опасные, очень опасные.
было опасно, согласитесь. У меня низкий уровень маны. Довольно стандартно. Если что, это лагает сервер. Сервер. И сапоги, да-да-да. Клёво. Лут не всегда клёво. Там не было, кто бы дерьмич, да, не засунули. Блин, как это я так машинально выбрал лучника? Лучник — это же мой любимый, ну, в смысле, удаленная стрельба. Че это такое? Типа бумеранки кидаешь? Не, ну конечно, по графике с солодом не сравнится, но... Что-то в этой игре я чувствую. Нравится. Здесь есть запах предчувствия проебанных месяцев в моей жизни. Нет, открытие я сделал у вас. Вы сильный воин, рассудили пройти по тропе, но в храмовых степях вас ждут новые враги, гораздо опаснее. Прежде чем продолжать путешествие, запасите всем необходимым. Да. Доступно очко. Два очка целых. Клево. Очки я люблю. А мне даже сейчас. Куда идти? Ну, все в лабиринте. И как открыть карту? Как открыть? Вот я делаю ее справа. Она по центру, может быть. Может быть, слева. Слева? Блин, игра прикольная, но я охренею, если я ее пройду, и потом мне скажут, что... Я не могу сменить уровень. Знаете, наигрываешь 1000 часов на легком уровне, думаешь, а, изи, короче. Потом в итоге оказывается, что нельзя сменить уровень, там, подлог. Так, я сейчас пока еще постигаю игру. Мне надо бежать! У меня маны не осталось почти. Панда, ты как там? Наджа. Потерять 230 золота. Говорится в городе. Давай у входа возвратимся, не бежать далеко. Мой пентиум не потянет. Это запас. Я сейчас вообще могу пробежать их и все. Давай я похую потом. Почему звездочку дам? Я что-то пробежал? Воина пробежал. А, это другой вход. Ну понятно. Да. На изи бежим и все, и пробегаем. Не, ну да, с солодами не сравнится, но Володу я бы не возвращался, потому что с тех пор меня там забаговало в 2012 году. Так не хочется исследовать. Пускай и красивую игру, но все равно.
кстати, в Сакриде меня тоже забаговало. Я почти игру все прошел, меня забаговало. Сакрид я бы еще раз сыграл. Не знаю почему так, наверное, потому что я купил игру, когда она еще была популярна. За 1700 рублей или за сколько. Блин. Я, походу, что-то не то нажал, да? Я вошел не туда. Нужно быть осторожным, когда входишь. Потому что раз и все. Ты уже... Да. Следите за тем, чтобы ходить правильно и нормально. Не было проблем. Один мой старый друг Андрес говорил: выходи правильно или не сможешь выйти. А что я уничтожаю вообще? Какой-то лук и стилист, что я даже прочесть не успел. Прикольно, да, клацает, клацает, прикольно. О, да, ребята, отлично. Вы очень опасны, мне страшно. Не трогайте меня. Ай-яй-яй-яй-яй. Огонек. Бесклерийск. Стреляет отражающими лучами чего-то. Наверное, говна. Урна. Ой, меня добавили друзья или что-то такое там. Панель персонажа. Ага, хрен зла. Хрен кому грузчик друзья-то нужен, а? Сила, ловкость, конституцию на максимум. Все, отлично. Конституция на максимум. Почти. Ништяки, да. Навыки. О, у меня навыки появились. Что я могу делать? Быстрый огонь. То есть скоростный огонь, да? Посок лефа какой-то. Цена клинков. Древнее проклятие называю. Мастер стихии. Тут все чакры перечислены, походу, да? Ну, я же эстет. Нужно что-то чакрическое быть. Надо выбрать. И здесь, наверное, скорострельно получится ставить. Хотя бы где-то. Мастер дальней стрельбы я тоже буду прокачивать. Вопрос. Куда мне теперь идти? На карте я не вижу обозначений, куда идти. Опа-на. Не, ну это как-то не очень. Так, а если мы зародимся в городе, сможем принять какую-то миссию еще? Это вопрос. А, кстати, вам да, не видно. Из-за бомжа, которого я там слева с края скинул. Видно пан. Нужно свернуть игру и убрать. Сейчас сделаю. Сейчас запилю, короче, да? Не парься. Кивок видео. Убрать. Знаете, не то убрал. Вот. Блин, что, опять не то? Да, не то. Так, и... Кре. Которая будет мешать смотреть текущие задания. Это нормально.
обходить стражи, найти храм Вейл-Спринга в храмовых степях и разыскать командира Вейл. Арсенал клыкачей отправится в храмовые степи, добыть доспехов, штурмеров, бойцов там. Еще не понял. В смысле, а как это так? Вот зараза, а? Представляете? Джаспер налажал. Он шел на звездочку, а звездочка исчезла. Он подумал, что нужно вернуться. И все, тут тебе херак, и все. Оказывается, можно идти на звездочку всегда. Говорит, иди. Иди нахуй. Так, я в ту дыру вошел. Транзитный портал. Хрена он был. На тропу павших храбрецов. Уровень 3-4. 3-4. Раз, два. 3-4. Раз, два. Я просто побегу прямо. Наджа, держись. Наджа. Да-да, ребят, опасно, опасно. Ну, я предполагаю, что эту игру я сейчас за первый стрим освою и начну сложное прохождение. Да кому он нынче нужен? Разработчики стараются, пилят какую-нибудь херню. Или не херню. Допустим, Far Cry 3 была нормальная игра. Far Cry 4 похуже. Far Cry 5, ну, для меня нет. Но все равно они же стараются, а мы не хотим платить. Опа, что это? Ну, короче, ты там вернешься, да, мотаешь. Нормально. Я прочитал, запомни. Я ничего не пропускаю. Сергей никогда не пропускает никаких важных надписей. Никогда. Никогда. Держись, панда, держись. Так, и что у нас тут еще есть, да? А? Ура, золото, да. Бежим налево. Ух, ёпта! Не-не-не-не-не. Текай! Не лезь, дебил, блядь! Она убьет тебя! Сука, дебил, не лезь, блядь! Баяны будут преследовать меня везде. Баяны моей головы. Прикольно мясо нарисовали. Ланда, ты там это, держись. Я не знаю, как тебя исцелить. Я пытаюсь. Правда, я пытаюсь. И ауры отгоняют. Зараза, панда, не лезь. У меня и мана закончилась, да? Так, но питомец возрождает. Регенерирует свое здоровье. Это хорошо. Походу он застрял в текстуре. Везение меня преследует. И весь панда, блин. Вообще, лох.
лох вообще. Я прям стоял перед ним, ты видел? Вообще, лох, а это чё? Дай стой там, дури, кальян. Кальян, конечно. Куда я иду вообще? Зачем? Я вижу золото, вижу еще что-то, ничего не вижу. Так, а я попал в мертвую зону. Теперь если они сейчас ко мне подойдут, мне кобздец. Просто кобздец. Кобздец кобздецовый. Я открыл менюшку, и я не знаю, как из них оба вниз. Это интуиция, это интуиция. Запомни, детка. Потому что я чакры там прокачал. Все, потрачено. Потрачено, я сказал. Гоблины, валите отсюда. Интересно, что будет с питомцем, если его добьют с этой гоблины. Ну ладно. Несложный уровень, легкое прохождение. Легкое прохождение. Я ж там сам говорил. Ты хочешь пройти, но делаешь это без уважения. Говорит мне игра и повышает уровень сложности с легкого такое выбрал до максимального. Урна, тайная комната, интуиция опять же, да, вот я, ух ты, нихера, это, короче, золото, да, все вещи, сундуки всякие, или омоложение, ну это подойдет. Молодым быть хорошо. А есть этот? Есть узвар у вас? Можно мне шиповник? Я хочу, чтобы у меня усы по центру, блять, росли. Можно мне, пожалуйста, такой набор трав? Я хер его знает, куда я бегу, потому что даже уже на карте не отмечается, где я бегу. Короче, это, видимо, потайная комната продолжается, и до конца игры продолжается. Короче, прочные кальяны, зелье, вожделение, прочные наручники. Хороший момент. Неизвестный топор. Что, есть известные топоры? Что? Ладно, окей, хорошо. Не, ну может и есть, ладно. Как усиление-то использовать? Говорю я сам себе, не посмотрев даже элементарно какие-нибудь комбинации клавиш. А, чё? И так, кстати. О, это уже неизвестный двухручный молот. Ну, надо же. Что-то неизвестный двухручный молот. Еще один. Довольно редкий. Надо быть осторожным. Может, мы еще неизвестное ущелье походу. Так, все, панду там. Панду валит. Да еб... Империст. Императорская сила, короче. Да-да-да. Да-да-да, теряем деньги, блядь. Нельзя быть. Я ж грузчик. Грузчики не могут терять деньги.
ящики должны их находить. Ну, кстати, недавно нашел 850 рублей, прикиньте. Все по Горького гуляет. Тут херак на полу, короче, у Джанга 850 рублей. А до этого я спас бомжа, на которого напали полицейские на моей улице. Свиток — грандиозная стрела, отлично. Короче, карма существует, наверное. Что-то в этом есть. Даже не знаю, куда я иду, зачем я иду, зачем? Мне показывают вообще стрелочку, типа, наверх. Может, я не туда иду? Может, я дурачок? Наверное, я дурачок, да? Ну, короче, вы тут держитесь, да. Хила нет, но вы держитесь. Ох, ёпта! Просто это просто я тут... Да, это просто заслуживает, я не знаю, какого нибудь этот... Я думал, они меня сейчас сожрут, пока я буду нажимать на ёпта. Ага, ну привет, привет. Кажись, я попал. Я не могу выйти. Не могу двигаться. Да. Я теряю деньги. Мне нравится. Ну не деньги теряю, а золото. Что делать? Что делать? Да хера я теряю деньги вообще. Мне нравится. Блин, может какой-то смысл? Я же пришел оттуда, сверху, правильно? Значит, я вот сейчас иду вот сюда. А может быть, мне нужно было пойти? Да, вот там кто-то есть темный или какой-то исследованный участок. Сосиска сзади мне. Короче, я что-то запаниковал, да, и что-то сел на бутылку и вернулся. Хотя не надо было возвращаться. Видимо, это была сильнейшая ошибка. И потраченное время. Но я не хочу их валить, достать. Просто побегать. Ребят, можно побегать? Это марафон. Видите, у меня два пистолета угодно. Я бегу за сестрой младшей. Опасно. Открытые сундуки не интересны. Это не мое. Открытые сундуки — это херня. Закрытые сундуки. Закрытые сундуки я люблю. Он не открывается. Да шо ж вы такие, шо ж за люди-то вы такие, а? Шо ж вы трогаете меня, а? Что там у меня с оружием вообще? Я поменял его или нет? Я сосу на обычном оружии. Оружие в правой руке. Чё? Уровень первый. Уровень первый, Карл. Блин, я не поменял оружие. Как оружие выбрать? Начка уже на четвертом уровне. А я сос. Как поменять? Shift? ШКМ не работает. ШКМ не работает. Почему ШКМ не работает? Это были навыки уже.
себе зелье омоложения. Конечно, мощно. Цветок распознания. Бросок лифа. Бросок лифа, еще один. А как он здесь стоит? Почему здесь два броска, броска лифа? Что это? Не-не-не-не-не-не-не. Не беги. Берем пассивный безопасный режим. Ага, все, значит я могу лечить. Нажимаем. Хорошо, меня радует. Познаем игру вместе с вами, да, открываем для себя новый мир. Where is my red mat? Что это такое? Что это такое, а? Я тебя не бачу, а? Что это такое? Где вещи, а? Вещи где? Где мои вещи? Батько, я не бачу, а? Где вещи, а? О, це ж інвентар, а. Батько, це ж інвентар, а. Мать його чесна, блядь. Ахуєть. Так, пістолет. Лопає 25. Короче, чи то закрито, чи то не закрито. Не можно тренировать, да? Я не могу ее тренировать, ну ладно. Что такое? 1-2. Выбрать набор дополнительного оружия. Так, ну я что могу сделать? 29 рун в секунду, уровень 2. 17. Я думаю... здесь понятно, что это надо вот так. Ага. Ага-га. Ага. Низкая скорость атаки. Лук самый топ. Самый топ. Немножко не видно. Став. Маска. Блин, глаз чешется. Так, я монитор вырублю. Ой, не монитор, а камеру. Глаз почесать. Шоколад. Я здесь. Не бойся, я здесь, я рядом. Чтобы распознать. ПКМ. Так, я предлагаю распознать. Это я могу распознать. Давай вот этот топор распознаем. Уровень 11, я думаю, он пригодится. Так, все распознал. И еще вот пушный молот. Давай. 105 урона в секунду, ну, уровень 13. Конечно. С, конечно. С не очень. Бронька, 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 бронька. Ладно, я, короче, все. Я хрень, знаю. Не хочется здесь оставаться навечно, потому что на работу забыл. Не показывается игра вообще. Инвентарь это че? Это не че, это ай.
гитаре, да. Хорошо, я выберу второй вариант оружия. Два пистолета, наверное, да? Да, потому что вариант... Они же вместе дают по сколько? 40 урона. Это херня, что дает? 6, а у них уровень у нас уровень 2. Нет, чем больше я нахожусь здесь, тем больше начинает тупить. Хрен узнает. Меня угнетает эта херня. Все, нахрен. Пошли. Вау, я создал. Все, погнали. Что там? А как я потом сменю оружие, да? Блин. В. На В. Все, на В меняется оружие. Классно. Ну это да, это да. Это батьку ТДН это. Как говорится, кто не имеет права гакнуть, а? Души так. Луком. Тек. Пусть. Что там пусть дает? 5 уровень. Короче, золото, щиты, перчатки, да, все зашибись, мы просто тормози. Развиваемся как хотели. Храмовые степи, как зайти в храмовые степи? Вопрос. Ловкость надо прокачать. Как открыть карту так, чтобы были храмы? Опа! Ну как лучше, чтобы она была сбоку? Так, даже не знаю. Блин, слева более-менее мне нравится. Слева карта более-менее. Масса. Погнали. Это гоняем. Сейчас я обгоню. Еще куда пошли, а? Подписка не закончилась, ребят. Подписка не закончилась. Кто-то нифига ты мощный, да? Ты крутой, да? Заклинатель рун. Ох ты, ёпта. Ты же ёпта, да? Нравишься ты, не нравишься. Так, троечка, чё ты? Как я активирую? Активирую вот такие-то усиления. 4, 3. Да, худо-бедно справляюсь. Блин, что достаете меня? Я только игру познаю. Брысь. Оу.
ёб твою мать, их нескончаемое количество просто, заебло. Чё, короче, пойду работать на завод завтра. До канала. Ёпта. Всё, зелий больше нет. Если не хочешь, чтобы я шел на завод, пиши хэштег. Жопкин не надо. Когда я пойму, что ты досмотрел до этого момента. Это будет тебе мой личный респект и уважу. Блин, не знаю даже, вот допустим, да? Мы с семьей с вами сражаюсь. Ебать вас здесь сколько, пиздец, нахуй, блять. Кто такой? Нет, почему я болен, когда он бит рядом? А чё, типа, мне не надо было? Типа, ты зашел, что ли, все это время? Конь тебе был Риву, а? Ну, чё они ко мне пришли? Как пройти? Расскажите, как пройти туда? Господа, офицеры. Скажите, как пройти к мавзолею? Блин, все атакуют, мне еще пиздец отстают. Я так понимаю, ворота откроются, когда их все завалят, да? Это, по-моему, жестковато для меня. Ребят, это жестковато. Смотри, они меня просто пламину. Что говорят, что-то убил, что ли? Как спастись? Дурачок? Да, я, наверное, дурачок. Вот это хорошо. Да чтоб вас... Чтоб вас в армию взяли. Да чтоб я... Пошли в жопу. Сколько времени? Мне нужна инфа. У меня зелье заканчивается, а я как долбоёб сбегаю. Я не знаю, куда идти. Крапля, что тебе надо? Ты заманила меня своей атмосферой, а теперь говоришь, огребай по полной? Вот так, да? Что за хрень? Нет. Не хочу, отстань. Суки. А, блин.
пробел, я не знаю. Хочу на пробел нажать, чтобы они как-то все сдохли на пробел. Что мне сделать, чтобы они все на пробел сдохли? У меня уже там, я не знаю, как я живу, блядь, у меня просто на какой-то хуйне, на сопле, блядь, жизнь остается, и все равно я живу, все равно я каким-то хером оказываюсь живым. Ну-ка, панда, нападай, все, давай, панда, атакуй, панда, парад. Не-не-не, панда, стой, Бля, они, по-моему, регенятся, да? Регенятся стопудово. Я же вижу какую-то хуйню. Можно? Можно мне уйти? Отпустите. Я хочу домой. Отпустите меня, я хочу домой. Не хочу разгружать. Драл манал, кибрал, карал. Ёпта. Двукручная не подходит.
шлема, без шлема ходил, поэтому, наверное, херово. Да, давай один. Показывают туда, значит, мы должны справиться. Игрой предусмотрено, что мы должны играть так. Так, попробую еще вертикальную синхронизацию. Здесь меня не выкинет, да? Понятно. Разобрался. Сейчас будут тащить, отвечаю, да. Сейчас я как P нажму, и все, игра пойдет вообще. Вот. P, и все. P получил. Ух ты, блять! Че нахуй? Че это за... Я ж только пришел. Неужели мне говорят, ты детство? Бля, при этом все, у меня зелени нет. Что делать, да? Попробую на мане, короче, тащить. Сосать на мане попробую. Теряем бабло, теряем. Блин, ну я не пройду это, ну нахуй. Давайте это задание потом пройдем. Читащили. What's your business here? Все, хорошо. Все, деньги возвращать. Я принял? Я принял. Welcome, friend. Че, ковальщик что ли? Нет, да. Торгашил, а? Ах ты ж торгашил, так. Только в игру зашел, ты уже с меня деньги гребешь. Аишо. Must be on my way soon.
это понятно. Короче, две миссии всего. Херово. Херово. State your business. Нет, через ущелье я не буду возвращаться. Блин, надо у кузнеца что ли покупать? Yes. Дядь, продай мне... Все заполнено как-то, да? Щит мне вряд ли понадобится. Каска у меня уже есть. О, это крутая каска. Вообще крутая каска. Такую крутую каску нельзя давать. Could be soaked to the skin in the moss too. I know she got the good vibes when seasons change, but we're the same. Я ж продал им. Even if I lost to my money, the zero runs deep on it. And I don't need to speak a single word, 'cause you got me holding, holding. Jokes are funny, my tongue tied up on it. And I don't need to speak a single word. Ладно, сейчас надо отлично зайти. Так. О, молот тянуть что-то. Короче, надо и свитки получать, и еще всякой херни получать. Надо пробовать, в общем, да? Лук и стрелы. Чё, блин, такое? Два задания такие сложные. Транзит по портал. Ладно, старт транзит. Опа! Я вижу звезду. Все, значит, там туда. Что здесь такое? Что такое? Войти, да. Хорошо, я понял, хорошо. Как войти? Дай войти.
Я войти хочу. Дай мне войти, пожалуйста. Не хочет сдавать. Не дает, козел. Бежал зачем? Не знаю, куда он бежал. Бежим от Сосо. Приятненько, палка пылкость. Приятненько. Ну, спасибо, да. Ну, спасибо. Просто простите. Хочу проверить донаты, можно? Работает. Донаты уведомления. Все работает. Так и что они мне предлагают? А? Что если я, допустим, сохраню? Ну, вот так вот выйти. А потом... Потом я скажу. Скажу потом я. Скажу продолжить и играть в интернете. Не, ну надо создавать, ребят, надо создавать. Игра годная. Сейчас создам, короче, все. Создам гол ко мне, да? Что-то он не хочет заходить. Что он говорит? Не, не сегодня. Сегодня ты не создашь, она говорит. Херово, херово. Хотя подождите, создает что-то. Чё-то заходит, короче. Ладно, короче, завтра создам. Прощай. Я вернулся к вам.
уважаем просто, просто как один игрок. Мы же один игрок. Скажи, мать вашу, я сигареты не купил. Так и что нужно делать? Теперь куда побежим? Ладно, я попробую еще раз сломать их. Welcome, friend. Yeah. All right. Купить. Купить все. Купить все. Купил. Нихера себе. Нет, так дело не пойдет, ребят. Значит, продавать. Что могу продать тебе? Хочешь, я продам тебе палку. Хотя не, нихера. Отличный, вас укроет от ветра, от коронавируса, от всего, чего хочешь. На, возьмите подарок еще. Можете засунуть за цены. Раз, два, три, четыре, пять. Я нашел изображение судьбы. Я понимаю. Кажется, на головке ключа находит. Нет, да, это интересно. Где я?
тебе помогу, я ж не призрак. Снова мы бежим. Обожают мои фанаты, мои подписчики, блядь. Анапе 30 градусов. Приятная прохлада. Сейчас узнаю, сейчас выйду из того, из этих ворот. Опять будет херня эта. А, они меня уже ждут. Фанаты, фанаты, привет, привет, фанаты. Извините, я опаздываю на работу, я ж грузчик. Да, 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 фанаты, фанаты, блядь, фанаты, обожаю вас. Фэны, фэны, подписка, лайк, репост, да. Можно считать, в принципе, сколько я потрачу жизни на это. Что я не использую здесь? Память раскидывает просто пиздец. Пиздец, просто раскидывает. Понимаю, экшн, так играть. Yeah.
мне похер. Да нет денег. Нет золота, все не знаю. Бля, это я только... Примерно я считаю, вот 5 человек, да, примерно? Сейчас надо проверить, я вдох взяться. Погнали. Половины жизни у него нет. Так вот играют настоящие профессионалы. Уже 20% жизни у него нет. Осталось. Как расстрелы рулят. Я тебя сейчас добью, педрила, блядь. Это была твоя последняя игра. Ты вообще лох опущенный, блядь. Изи, блядь. Изи. Изи. Загадочный на грудь. Заклинание самоизлечения. Да-да-да-да-да-да-да. Круто, круто. Все это то, что я могу взять, я не могу просто вот увидеть. Под его телом валяется. Почему они не сделали так? Чтобы я мог хотя бы видеть, что написано. Ну я прошел. Мне открылся путь. Которому я не знаю. А, о, дорога появилась. Все, истоки девственные. Это лунный сундук. Золото поднять.
дрочить на одном уровне и будешь получать сразу. Спасибо, смертное существо, теперь слушайте меня внимательно, здесь царит страшное зло. Чернокнижник жаждет очищения от скверны, и это привело его на грань безумия. Он разрушил Торчлайт, потратив на это все силы сердца Ордрака. Чтобы ее восполнить, выкачал мою энергию. Если сердце Ордрака наполнится силой стражей, этого хватит для уничтожения всего Эмберита. Может, он полагает, что так исцелится недолго? Где мое выполненное задание? Поднял бабла, да? Палку взял. Палку нашел. Палка это вообще супер. То, что я вообще в жизни не видел, в принципе. Apparently things have gone from bad to worse while we were at the Wells. Whatever was making the Aetherian sick is spreading, and it's moved out into the lands north of the Grand Region. He's already reached the Watchfield, and he'll have sealed the gates of the Watch, which means the whole temple could be turned into one day of plague zone, even as well. This plague seems to specifically target beings of an inherently magical nature, such as the Aetherian. You have a new request. Everything okay? I thought. Я не понял, я выполнил задание или нет. Получил награду. Девайс теряет, да? What's your business here? Что ж, думаю, на сегодня я сделал норму. Больше нельзя по времени, иначе канал будет по статистике проседать. Поэтому на этом, думаю, все на сегодня. Спасибо за просмотр. Увидимся в следующей серии. Удачи. On my promises, you know I'm too generous. Now I've learned to never help you out. 'Cause I'm done cleaning up your mess. Found myself in my regress. I've become a little stronger now. A little stronger now.
You know I'm too generous now.